Артему! Послушай. Нет, это вы послушайте. По поводу вчерашнего. У меня есть муж. У вас есть жена. Ну, ты понимаешь. И давайте как-то с вами договоримся, что вы помогаете мне как друг, что мы напарники. Можно мне сказать? Да, говори. А кто будет прятать труп в 8 утра? Давай, что ли, в паб пойдем, позавтракаем по-человечески. Послушайте, если вы не хотите, я же одна справлюсь. Я не настаиваю. Совершенно. А нет, не она. Но просто нужно быть начеку. Погоня может начаться в любой момент. Да, пусть наша дружба пока останется в секрете. А то Коль подумает, что у нас роман. Все, ушел? Нет. У нас не роман, у нас погоня. Вот-вот начнется. Мне кажется, что для одного дня достаточно одного трупа. Второй будет твой, если тебя срочно чем-нибудь не накормить. Пойду спасу твою жизнь. Короче. Софи, как вам повезло, что вы с нами встретились. Мы вам сейчас все покажем. Таблет, чему я тебя учил? Ну-ка, целую ручку. Нет, умоляю, дайте ему ручку, пожалуйста. Извините, только я пойду. Извините, я пойду. Ух ты же, тростеногий. Сейчас, как просто. Давай-ка, машинка, помоги мне. Что какая-то машинка-то какая-то замороченная. О, да ты же еще и механика.